Всем привет, друзья, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру Ship Graveyard. Если честно, друзья, у меня есть хорошие новости, ну и также не очень хорошие, то есть давайте с хороших. А помните, я вам говорил, что у нас вот этот корабль за $720 был зеленого цвета, то есть вот это, как сказать, вот это, я не знаю, как оттенок, да, вот этот был синим. Сейчас он зеленым, друзья, я за кадром полностью его зачистил до 90%, представляете? Ну, вы уже, наверное, и так видите, у меня 73-й уровень. А, да, я ничего не обновлял, ничего нигде не старался, денег я сюда не закидывал, то есть там много ресурсов оставалось, но у меня так получилось, что я бахнул аж на 73-й уровень. Ладно. А давайте прокачаем тогда наши газовые горелки, мопки-попки до максимума. Все, что у нас есть, можно полностью прокачивать. У меня, смотрите, сколько доступных очков. 20, сколько там было, 30 с копейками. То есть сейчас мы поднимаемся все до упора. Ну и также рабочих можно до максимума поднять. То есть у нас остается только что... Это зиплайн, друзья. Зипланчик у нас только остается. Сегодня у нас будет новенький кораблик. То есть у нас уже были корабли. Мы уже с вами... так, на какие тут походили? Можно как побыстрее это мотать? Маленькие, самые маленькие мы уже с вами прошли. Также, где у нас маленький, вот здесь за 720. Средний мы с вами тоже также начали проходить. Есть средний за $1680. Также средний, по-моему... А, еще много средних. Средний есть за 420, за $600 есть средний, есть... Нет, уже больше нету средних. Больше средних нету. Давайте, наверное, мы начнем за 1680. Это в сутки. А, нет, подождите, 1680. Давайте, наверное, его на потом оставим. А, давайте вот этот тогда уж корабль с вами вызываем. Это у нас средний за $600 в день. Название Лядия или Ледия. Ледия, по-моему, скорее всего, флаг у нас СК. Дата 92-й год. А вес у нас 35 тысяч. Что у нас находится на борту? Так, предполагаемые материалы. Ржавчины много. Самое главное, это нержавеющая сталь. У нас отсутствует. Хром отсутствует. Кусочки золота, это да, химикаты и титан. Но это не факт, что они отсутствуют, так как у нас уже молот самого максимального уровня. То есть у нас все равно это все будет там находиться. Вот наш ломоток, кстати, настроечки, друзья. Настроечки 60 FPS втыкаем в каждый раз, когда я захожу в игру, у меня в каждый раз выключен FPS. Можно на 120, можно на 144, но у меня идет на 60 FPS. Вот такая вот у нас получается графика. А давайте посмотрим, на чем мы остановились последний раз. У меня что-то в инвентаре есть. А, титан, титан, ладно. Мы апгрейдили с вами мастерскую, то есть мастерская у нас 3-й уровень. Это максимальный уровень, больше у нас он не будет подниматься. Вот так вот у нас получается. Что у нас еще здесь? Есть бытовочка, друзья, бытовка у нас не апгрейжена. Как я, по-моему, и говорил в последнем ролике, что мы будем заниматься с вами бытовкой. То есть будем разбирать корабли, да, и будем заниматься бытовочкой. Вот так вот. Бытовку нам нужно поднять до 3-го уровня. Чтобы было все бомбезно. Первая бытовка у нас выглядит вот так вот. Вторая у нас будет уже второй этаж. А третья уже будет как-то вот так вот выглядеть. Что-то с чем-то будет. А также, что у нас получается еще с лавкой, друзья. Сейчас пока что сбегаем до лавки. У нас еще до 8. Тут ничего не было. Что-то такое чувство, кажется, что что-то было. Так. Что-то хотел ляпнуть, забыл. Ладно, прибежали. А, есть также подводные лодки. Нет, подождите, не подводные лодки-то я хотел сказать. Я хотел сказать вот про этого чувака. Опа! Здорово! То есть здесь его также надо апгрейживать. Ржавая сталь 10 штук. Медь 10 штук. Чугун 10 штук. И $1800.
А здесь что у нас получается? 15 стали, 10 алюминия и 5 кусочков серебра. Ну, как-то так получается. Слушайте, это все легко, можно сразу это все апгрейдить. Последнее, да, последнее немножко подороже. 15 нержавеющей стали нужно, 10 хрома и 5 кусков золота. Золото и серебро, друзья, у нас в сундуке есть. То есть это все нам придется собрать. Но при этом, друзья, мы когда будем с вами это все получать, мы также будем получать маленькие рюкзаки и место для багажа. Плюс к этому же. Ладно, давайте тогда сегодня мы займемся апгрейдом. Ну и также... Здорово. Здорово, мужик. Не, тебя пока не могу на работу взять. А как можно отсюда... А, отмена, во. Да. И также займемся нашей бытовкой, потому что бытовка в дальнейшем нам пригодится. Вы видите скорость нашего персонажа. То есть у нас... А, нет, еще не до конца. Мне показалось, что до конца. Да, зиплайн у нас, да, там остается. А вот, смотрите... Это что такое мигает? Что мигало? У нас, смотрите, багажник полностью все в ноль. То есть нам нужно зиплайн. Зиплайн, по-моему, у нас продается уже здесь, а. А у нас что? В кармане получается 13 тысяч долларов. Я, наверное, пока что ничего покупать не буду. Хотя можно промышленную мопку, попку купить. Но лучше промышленный рюкзак, наверное. Но также у нас что есть? Кувалды есть и зиплайн. Зиплайн, друзья. Давайте лучше зиплайн купим, да? Давайте зиплайн. Бах! А путешествуй, используя зиплайн для ускорения перемещения в труднодоступные места. Зиплайны работают только парами. Парами. Так, неограниченное количество, не забудь поднять и перенести в другое место. Ого. Ага. Подождите, дайте мне посмотреть, что это такое зиплайн. Ну-ка. Где, подождите, кнопочки забыл немножко. Вот, зиплайн у нас две штучки, да, понимаете? Вот мы ставим одну здесь. И как далеко я должен ставить ее? Вторую здесь. И... А, друзья, я могу кататься просто-напросто от корабля до сюда. И мне ничего не надо будет делать. Давайте поднимем их, пока мы не будем их тратить. А также можно их, по-моему, и апгрейдить как раз. Да, последний у нас на улучшение. Мы улучшили все везде, кроме зиплайна. Как раз мы откроем с вами слот инвентаря. Он будет у нас последний. Больше зиплайна. Плюс 2 пары зиплайна. О, давайте сделаем тогда скорость. Плюс 5 скорости зиплайна. Нехорошо. Апгрейд, 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 апгрейд. И да, друзья, мы апгрейдили полностью персонажа до максимума. Давайте тогда зиплайн до конца купим. Уберем пока что его с рук. Где он там у нас находится? Он в конце. Сколько он стоит? Подождите, а как купить? А, немножко не понял. Подожди, стоп. Сколько у нас зиплайн? О, у нас 6 штук зиплайна. Что? Ничего себе. Я только сейчас обратил внимание. Ладно, хорошо тогда. Если честно, у меня 6 тысяч... Нет, не буду тратить. Не буду тратить. Пошли спать. Все. Нам нужно... начать разбираться с кораблем. Какой же он шикарно огромный корабль. Вы посмотрите, вот это красавчик. Етишкин матрешкин, на пол карты. Даже не на пол карты, да, а на пол экрана. Что у нас еще там в ящиках происходит? Давайте заодно глянем. А здесь у нас нету, блин, если честно, чугун. И медь нам с вами пригодится. Но также нам нужна, по-моему, ржавая сталь. Что нам нужно? Давайте забираем мы с вами все вот это. И бегом к палатке. Сейчас будет небольшой апгрейд. Точно. Там что-то нам нужно было. Давайте бегом к палатке. Только не к палатке, да, вот к этому чуваку. Здорово, чувак, здорово. Здорово, корова. Опа, смотрите, у нас все есть. И улучшение нашей, не знаю, как сказать, торговой палатки, что ли, тогда, да? Да, точно, смотрите, что-то появилось новенькое. У нас появилось, по-моему, вот это. Вот эта часть у нас появилась. Лампочка в воздухе висит, смотрите, видите, да? Это левитация, ё-моё. Вот это, да. Ладно, так, а тут... Нет, тут нормально. А почему эта лампочка? Ладно, неважно. Ага, правда, неважно. Здесь у нас не будет апгрейда. Да, здесь у нас не будет апгрейда, значит, у нас только апгрейд здесь. Ну и здесь также мы можем с вами...
уже приобрести маленький рюкзак маленький рюкзак Tier 2, а не Tier 3, чуть не сказал. Также можно приобрести Tier 3. Опа, нормально. Багаж для машин. Ой, у меня денег-то нету. Куда я разогнался? Зачем я это сделал? А, денег-то нету. Ну, хотя, что мне торопиться? Точнее, не то сказал. Что мне бояться? Мы сейчас просто-напросто пойдем и заработаем нам эти деньги. Давайте тогда я закину что? Давайте так, я сделаю лучше сюда, закинем эти ресурсики. Вот так вот. Наши рабочие будут работать, а мы побежим. Ё-моё, чё он такой огромный-то? Нифига себе, вы посмотрите. Это еще только начало, вы представляете? Это что? А чё он такой огромный-то, правда? Подожди. Вы видите, что это? Это что такое? Он у меня в экран даже не влазит. Мне придется вообще укорачивать это все. Ладно, залазим тогда наверх. Сегодня мы бежим без машины. Вот такой вот он очень огромный корабль. Если честно, это что-то с чем-то. Наверху у нас также на подъемах какие-то ресурсы. Но я не знаю, как это все будет забираться. Ё-пересете. Вот это ресурсов. Ну что, начнем тогда калашматить. У нас есть кувалда последнего уровня. Бьем мы с одного удара, раскалываем все сразу же. Есть места, где надо раскалывать, конечно, и по два удара. Есть где и по три удара, да? А чтобы нам... чтобы нам развить палатку... Вот... Так, подождите, палатка с какой стороны? С другой стороны палатку. Нам что понадобится? Нам надо с вами найти 15 стали. 15 стали. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, друзья, придется посчитать. 15 стали. Я хочу все-таки это улучшить сразу же. Сегодня у нас улучшение будет полностью. Хотя будем разносить все сразу. А ресурсы, друзья, я буду выбирать. Потому что мне пригодится делать так, чтобы побыстрее все улучшить. Чтобы побыстрее уже завершить. Но нет, у нас же еще впереди с вами будут корабли. Есть также у нас трубы. Трубы нам дают алюминий и бензин. Нам пригодится здесь бензопила. Бензопила, друзья, у нас заряжена. То есть мы полностью заряжены, приперлись на этот корабль. Надо разобрать, конечно, постараться опять же и этот кораблик. Надеюсь, что в этом корабле у нас не будет так много кают, как в предыдущем. Если честно, я уколебался с тем кораблем. Очень много мы его разбирали. Так вот. Опа. Вы видали, да, что делает у нас кувалда? Два удара. Можно даже на один удар и все разнесет. Опа. Разнос. Полный разнос, друзья, корабля идет. Блин, вот эти коробки, конечно, давали бы лучше ресурс. С одного удара мы их всех полностью в ноль будем разносить. Вот так вот. Опа. Нормально. Сейчас тогда разнесем все, что здесь есть на этой передней палубе. Надеюсь, это передняя палуба. Без понятия. Ну, если там капитанская рубка, с другой стороны, да, это, скорее всего, передняя сторона. Передняя часть корабля, точнее. Скорее всего. Так, что-то там я недоразбивал. Вы видали, какая скорость у моего персонажа? Это пипец. То есть машина нам не нужна. Я зиплайн забыл поставить. Да что ж я тороплюсь-то все время. Я так тороплюсь. Это что-то, да. 74 уровень. Теперь уровень, если честно, нам не очень так нужен. У нас есть 6 штучек. 7, 8. Что, где еще? Где еще, друзья, подскажите мне. 9, 10, 11, правильно? Да, 11. Угу. 12, 13, ага, 14, 15. Алюминия нам, по-моему, там, если честно, нам нужно 10 штучек. Это все я потом всеслю, господи, что я ляпнул. Сначала мы сделаем апгрейд. Я хочу сделать апгрейд, чтобы побольше выносить с корабля. Вы представляете, за один раз мы будем с вами выносить помногу. Это же намного проще будет и быстрее. Вы видите, у нас сталь 12 в стаке. 12 штучек стали в стаке. А что будет, когда мы полностью апгрейдимся? Там же вообще будет, наверное, по 20, может, по 30 штук за один раз выносить. Это же бомба. Ну как за один раз? За один стак. Не за один раз. Отпиливаем.
забираем алюминий. Серебро, по-моему, у нас есть. Да, я говорил уже, что она есть. По-моему, если честно, не помню. Если не продал. Я как-то открывал, но не заметил. В мастерской у нас было серебро. Кто помнит? Так, сколько нам нужно алюминия? 10. А, у меня все есть. Понял. Все, побежали тогда. Побежали! Не понял. Я перепрыгнуть не смог. Я не смог перепрыгнуть. Зиплайн. Давайте, друзья, поставим зиплайн тогда. Он, так понял я, работает на пригорке. То есть ставим где-то примерно... Тут мы добежим. Давайте первый вот здесь ставим. И бегом. Где у нас пригорок? Пригорок, если честно... А где мы наша база-то? А, база-то здесь. Вы видите его? Я потерял его. В смысле? А, он черный. Во, вижу. Я правда его потерял немножко. Давайте вот где-то вот примерно вот как-то так. Ага. То есть... Нет, смотрите, нифига себе. О! Ха! Я отсюда практически до самого корабля могу ездить. Ну тогда так и будем делать. Только мне правда не сюда. А, нет. Стоп. Мне нужно серебро. Надеюсь, серебро есть. Серебро. Да, есть серебро. Берем серебро. Есть и золото. Хорошо тогда. Побежали сразу к нам к палатке. Можно сразу же... А, нет, нельзя будет. Я думал, можно будет. А, тирали-вали. Куда я тороплюсь? Блин, друзья, у меня нету 3500 долларов. Там же еще деньги нужны для апгрейда. Что мы с вами тогда делаем? Давайте я занесу эти ресурсики в мастерскую, скину их прямо вот в этот сундук, и пускай они здесь оваляются. Сколько там надо стали? 15 штук стали. У нас есть еще немножко стали здесь. 15 стали мы здесь оставляем, вот так вот. 10 алюминия нам нужно, вот так вот. И серебро. Все остальное, то, что мы с вами наломаем, надо будет на продажу выкидывать. Мы это не будем держать ни в коем случае. Ой, подождите, стоп. Я выкинул, но продать-то забыл. Смотрите, опа, на зиплайн. Поехали за орехами. Правда, здесь я не могу крутить башкой. Ни влево, ни вправо, вообще ни в какие стороны. Все, мы прилетели. Хотя можно еще сюда поставить. Блин, было бы бомба, если можно было бы зиплайн поставить с корабля. Представляете, вот здесь, а? Вот здесь наверху где-нибудь поставил зиплайн, да? Бах, и отсюда прямо туда. Это было что-то с чем-то. Я, правда, запрыгнуть сюда не могу никак вообще. А-а, нет, друзья, так не получится, наверное, сделать. Ладно, но можно будет, наверное, поставить вот здесь в начале и туда в конец, чтобы здесь и не бегать. Мы это, конечно, с вами все испробуем. Давайте всасываем все здесь, а? На третий... Так, на третье обновление нашей палатки нам пригодится, по-моему, нержавеющая сталь. Нам пригодится золото. Надо сразу собирать, а то я так по этой локации буду долго перемещаться. Вот. И также нам пригодится, по-моему, хром. Нам нужно это все собрать на этом же корабле. Ну, на этом корабле, друзья, много ресурсов. Вы смотрите, у нас уже... А чё, нифига себе, вы хотите сказать, что ли, что я уже 7% корабля разрушил? Как-то быстровато, если честно. Если честно, это очень быстро. Остатки досасываем и смотрим, друзья. Стак 12 штук. Блин, надо улучшаться, надо, друзья, улучшаться. Давайте спилим тогда эти трубы все полностью в ноль. Я, по-моему, очень близко... В середине взял, отпилил. Надеюсь, я полностью его выпиливаю, да? Да, выпиливаем, всасываем все себя. Получается, нам немножко. Сейчас надо, знаете, что сделать? Сначала не разбивать все коробки вокруг вот этой темы. Сейчас, друзья, выпилю. Вот этой темы. Вот видите, вот эта постройка, вот эта металлическая, которая на корабле. Это, наверное, внутренний отсек. Он открывается, вот как раз краны стоят, он открывается. Надо сначала, вот, видите, коробки стоят, запрыгнуть и сразу это все разрушить. Если мы разрушим все об... Точнее, о... Блеха-муха, как это сказать-то? О этой... О эту... Об эту... Об эту постройку мы разрушим все... Вот эти коробки, вот эти, видите, коробки дальние, да? То мы не сможем просто наверх
забраться и забрать те ресурсы. И так получится, что мы корабль не разберем на 90%. Есть маленький такой шанс. Была такая тема у нас, по-моему, уже, если я не ошибаюсь. Все, мы разрушили все полностью здесь. Здесь также у нас стоят трубы. Давайте я также заодно их распиливаю. Вы заметили, да, когда мы подтягиваемся вверх, нас как будто, как не знаю на чем, вверх тянет. Как будто у нас ноги удлиняются, и мы поднимаемся вверх. Это беда какая. Если честно, это беда какая. Первая труба готова тогда. И теперь давайте еще вторую распиливаем. Раз. Спил. И второй спил. Вот здесь же мы делаем вот так вот. Опа. Нормально. Все, остальное у нас что остается, это, конечно, кувалда, друзья. Работа кувалды здесь самое то. Без этого, ну, никуда вообще. Эх, ой, где у нас газовый резак? Газовый резак, кстати, друзья, надо будет до 8 вечера, ой, до 8 утра сделать денег побольше. Вот так вот мы забираем вот это все. Надо сделать побольше денег, и чтобы у нас осталось на утро, потому что мы будем продлевать этот корабль. Видали, какая у меня штукенция огромная, сильная, бомбезная? Хотя, что вы видали? Вы и так, если вы не пропускали ролики предыдущие по этой игре, то вы знаете, как мы с вами здесь улучшаемся по полной программе. Опа, нормально, не то слово. А здесь также у нас получается... Ручка раз и ручка два. Ну, это как? Дальние фонари? Нет, дальние... Блин, как называется-то? Дальние прожекторы, можно так сказать, наверное. Здесь катушка какая-то. Нелепо, не знаю, что это за катушка такая. И плюс у нас наступает ночь. Ночь. Мы уже, да, уже знаем, что мы ночью работаем. У нас вся рабочая сила происходит ночью, то есть... Чугун весь забираем. Здесь что-то еще осталось. Да, надо будет забирать. Что здесь они сделать? Вот тут такие двери. Тут такое чувство, как будто и были двери. Все, солнце от нас уходит. Это последние солнечные лучи, которые попадают нам в лицо. Потом мы будем только с фонарем. Опа, все. Поехали. О, тири-тири, вот это я понимаю ударчик, да, помните в начале, как мы стучали, три удара, и она только потом падала. Все, уже происходит потемнение, сейчас как стемнеет, друзья, включим свет, хотя можно хоть сразу включить. Что у нас там с, так, с вместимостью, ну да, я и говорю, вместимости очень много получается. Забираем все, разрушаем также все. 10%, друзья, практически у нас разрушено этого корабля. 10%. Неплохо мы с вами разрушаем. Давайте запрыгнем, попробуем наверх. Вот, как я и говорил, на верхушку надо сразу запрыгивать. Разрушать сразу полностью все. Вот так вот забираем это все. О, нормалек. Здесь интересно, а есть у нас здесь... сейфы. Да, я знаю, вот там в рубке должны будут быть сейфы. Но вот здесь наверху, без понятия. Есть ящики. О, хорошо, с первого раза, хорошо. Это отлично. Помните, там было написано, титана нет на корабле. Да, сейчас. Титан на корабле, друзья, присутствует. Только вот в таких ящиках он, наверное, и будет. В таких ящиках, друзья, он и будет. Надо здесь попадать вот по этим светлячкам. И с первого удара мы будем разносить вот такие бочки. Все, место у нас закончилось. Можно бежать сразу же. Опа, вы видали такой прыжок? Не, ну вы видали, это вообще что-то с чем-то. Сразу прыгаем и летим на всех парах на улучшение наших слитков, то есть на мастерскую. Здорово, мастерская. Здрасте, мордасти. Поехали улучшение делать. А что нам пригодится? Нержавеющая сталь нам пригодится, правильно? Чтобы нержавеющую сталь сделать, нам нужно химикаты. Химикаты нам нужны. Это нам нужна, по-моему, мопка новенькая. Но мопку сделать мы пока что временно не можем. Есть у нас один... титан, друзья, титан я, наверное, опять же сюда закину. Нам он пригодится потом, может быть.
Честно, не знаю, может быть, пригодится. У нас еще дом не апгрейжен, так что это еще все пригодится сразу же. А давайте, что мы делаем сейчас? Ну, здесь титан, да, титан я не буду тратить. Давайте свинец. Хотя, стоп, свинец, сталь. Сталь, свинец, серебро, да, там у нас есть. Давайте тогда это все сделаем, что у нас получается. Сразу продадим, и первые денежки мы оставим уже с вами. Вот так вот у нас есть свинец, чугун. Получается 1002 минус. 1002 минус стоит. Поехали на переплавочку. А стоимость продажи чугунного сплава составляет у нас... Так, это литая сталь, чугунный сплав. Вот, чугунный сплав 42 доллара, друзья, за одну штучку. Тут уже их много. Это вообще бомба. А что можно сделать еще из свинца? Нам можно сделать свинец. Сплав свинца, да, получается. Нам нужна медь. Давайте медь сюда немножко закинем. 503. Так, 503. А что еще там идет у нас? Так, 503 минус, да? 503 минус. Хорошо, переплавляем, получаем еще кое-какой там ресурс. До 8 утра мы успеем это все сделать, это не беда. Что получается? Бензин, друзья, бензин у нас на переплавку вообще не идет. На апгрейд, да, на переплавку нет. Бензин можно сразу хоть выкидывать, он нам не нужен. Здесь что остается нам? Есть алюминий. Алюминий у нас только с титаном идет, да, и алюминий идет с медью. Что дороже будет? Латунь или... 30 долларов, 29, нифига себе. Нелегированная сталь сейчас дороже, чем латунь. Нифига, вот это что-то новенькое, конечно. Ха, никогда не замечал, но на 1 доллар дороже. Ну ладно, давайте тогда так и сделаем. Нам нужно только сталь и медь. Закидываем сталь и медь сюда. Сталь, медь, все, что влезло. Это 1001. Так, 1001 минус, поехали. Там у нас еще есть немножко, то есть мы сейчас опять заходим. Закидываем мы с вами остатки, которые у нас тут есть. Все, а, нам всего 8 штучек можно сделать. И все остальное можно на продажу выкинуть просто-напросто. Если честно, я, наверное, так и сделаю. Чугун, 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 чугун. Давайте алюминий мы пока что с вами оставим. Алюминий нам пригодится хотя бы 25 штучек. И тетири-тири-трали-вали. Так, алюминий. Нет, нафиг, лесом в жопу все. Продажа есть продажа. У нас денег нету. 1500 есть. То есть мы сможем с вами немножко продлить корабль. И здесь, а, друзья, мы получаем 200. Это плохо? Нет, нифига, конечно, неплохо. У нас получается 4800 в кармане. Чтобы мопку приобрести TR3, нам нужно 6500. А, также еще плазменный резак. У-у-у, титири-тири, у нас не хватает немножко. C4 у нас нету, друзья. Я покупаю C4, у нас остается 3700. Отмычки нам не нужны. Хорошо, резак, друзья, я увеличиваю до максимума. Покупаю себе газ, пускай будет, у нас газа нету. И пила, друзья, тоже так же до 125% мы ее заряжаем. Побежали обратно, где эта проволока? Если честно, в темноте ее, молясь, не видно, вообще не видно. Вот эту вещь вообще не видно. Все, поехали за орехами. Если честно, вот это поехали за орехами, слово заколебало. Надо как-то от него отвязываться. Хотя, если честно, да, оно само по себе у меня вылетает. Если честно, друзья. А правда... Здравствуйте, а это как так? А я что, тебя не заметил, что ли, первый раз? А как это я тебя не заметил? Не-не-не-не, так дело не пойдет. Мы забираем все. Подожди, стой, мне нужно наверх. Мне нужно забраться наверх. Давайте вот так вот забираемся наверх. Водочку забираем и продолжаем дальше разборочку. Первая часть корабля уже практически разобрана. Давайте все ящики, которые, друзья, здесь есть, надо все на минимум все полностью разобрать. Вот так вот. Опа. Опа. Сейчас я тогда что мы делаем? Мы с вами сначала разбираем полностью, да, а потом уже собираем весь ресурс. Плюс ящик есть. Давайте ящик, бах. Все. Можно всасывать все полностью в себя.
Что у нас остается? У нас остается только вот одна вот эта ржавая стойка. Стойка, по-моему, там было написано. Все, мы разобрали первую часть. Давайте разбираем бочки. Мы разбираем с вами вот эту первую часть бочки. Также нам пригодится мопка. Сейчас пока я к кнопочкам еще не привык. Давно я не играл в эту игру. Так что мопки, попки, блин, эти все кнопки, это очень много. Тем более здесь, если честно, вот это апгрейд. Да, апгрейд у нас находится на буковку У. Английскую, это через всю клавиатуру надо тащить палец. Вы еще скажете, да, ты что-то сильно ленивый стал. Да. Нет, ребят, это правда, немножко неудобно. Вот теперь можно разрушить этот подъем. Он нам уже не пригодится. Давайте разрушаем еще вот эту часть. Стальной блок у нас был. По-моему, бочка. Еще один стальной блок. И здесь пригодится мопочка. Так, что у нас тут получается? Масло. Масло мы все забираем. Хорошо, всасываем. Вот эта штука мне нравится. Она похожа, как, знаете, как на гриль. То же самое, только тут немножко она побольше и другой цвет, если честно. Так, в коробке у нас что там получается? Есть сталь немножко, алюминия. Тоже хорошо. Разрушаем вот этот столбик. О, видали? Блин, надо сейчас, не буду торопиться. Вот смотрите, вот, видите, она похожа, она просто похожа. Просто похожа, просто она, это спасательный буй. Так, не знаю, подождите, спасательный буй, он же не должен быть из металла? Или он должен из металла быть? Хотя я не знаю, должен быть или не должен, не факт. Кто знает, ребят, пишите, должен ли он быть из металла, этот спасательный буй, или нет. Всасываем, что мы пропустили, там еще желтые столбы, но это между, сейчас мы все это заберем все равно. Здесь остается совсем чутка, и здесь что тут за свалка, это что такое? Это что за свалка? Куда я попал? А эту свалку нельзя ведь, да, ресурсы эти брать? Не ресурсы, это, не знаю, это остаточное что-то. Непереработанное что-то. Я даже пройти здесь не могу. Даже, малеха, я здесь пройти не могу. Все, забираем. Разносим все столбики просто в ноль. И получаем с вами ресурсы. Сейчас пойдем, налево сейчас пойдем. Там нужно вот эту верхушечку разобрать. Как раз будет имбова. Ну а там еще, ой-ой-ой-ой, как много разбирать. Ну хотя мы сейчас не торопимся. Нам некуда торопиться. А здесь надо не разбить. Сейчас подождите, друзья, немножко возвращаемся назад. И разрушаем вот эту часть всю. Что-то я как-то проморгал. Я немножко проморгал эту часть. Мне показалось, что я это все разобрал. Но нифига, эту часть я не разбирал. Вот так вот разбираем, разносим. Ресурсики растут. Хотя, смотрите, мы разобрали с вами очень много. Но место мы в инвентаре заняли всего лишь 15. То есть сейчас мы имбово просто собираем все ресурсы. Можно, конечно, попользоваться машиной. Но я считаю так, что это еще маленький минус ко времени. Нам бы побыстрее, побыстрее, побыстрее это все разобрать, да? Чем тянуть кота за одно место. Вот так это все собираем. Где я тут все еще что оставил? А мы собираем вокруг этого. Теперь вот здесь подъем. Видите, вот подъем. А чтобы на ту дальнюю забраться, тут, наверное, скорее всего, он будет с этой стороны. А может быть не с этой. Посмотрим. Ладно, разберемся. Что-то показалось мне. Показалось? Если кажется, надо креститься. Так, все в порядке. Давайте соберем здесь. Здесь. И все, поехали мы с вами теперь забираться здесь наверх. Это можно разнести. Это можно разнести. Опа! Здесь нельзя ничего разносить, кроме вот этого стального столбика. Так, забираемся, и на верхушечку. Вот, друзья, второй подъем. Там будет третий подъем, и как раз будет уже палуба передняя зачищена. Давайте, опа, еще.
Отмычек у нас в довесок хватает. Теперь тихонечко разрушим. О, друзья, химикаты. Вот наши первые химикаты. Это бомба. Конечно, эти химикаты надо будет оставлять нам на улучшение палатки. Да, я знаю, что нам бы лучше на апгрейд, ну, чтобы денег побольше накопить. Успеем денег, друзья, поднять, конечно, корабль большой. Разбирать мы, надеюсь, его подольше. Ну, не дольше того, которого мы разбирали. У нас был какой последний корабль? Харвей, по-моему, оставался. По-моему, если честно, не помню я. Вот так вот получается. Забыл, да, забыл, ребята. Так вот разрушаем. Опа, опа. Имбова. Если честно, вот. Если до этого мы бы начали разбирать вот такие большие корабли, мы бы большую часть этого корабля просто-напросто не смогли разобрать. Потому что у нас не хватало бы инструментов. Точнее, хватало бы, но силы этого инструмента было бы не... На силы бы этого инструмента просто бы не хватало. Немного запутался. Бывает. Давайте разрушаем еще. Удачный... удачный удар теперь мне ни к чему. Теперь самое главное — разбор. Полноценный разбор. С этой стороны мы все разобрали. Здесь посередине все. Пошлите сюда. Кстати, 25 места мы уже заняли с вами. Кстати, вот это разносим тогда. Вот это. Нам нужно сейчас что? Давайте поднимемся сначала наверх, чтобы не разнести что-то нужное. Вот так вот разносим подиум. Ой, подиум, поддон. И открываем ящик. О! Последний раз, когда мы разбирали эти поддоны, ой, эти ящики, я просто-напросто их взрывал. Все, места, друзья, у меня больше нету. Разносим тогда все в пух и прах. И относим все это на продажу. Денег здесь понадобится очень много. У нас впереди еще с вами подводные лодки. Этими подводными лодками тоже будем заниматься. Будем разбирать, будем смотреть, что падает за ресурсы. И будем бегать по внутренней части этого подводного корабля. Все, открыл, слава богу. Разнес. Не все, конечно, влазит. Ну, хотя бы что-то, чем вообще ничего. Здесь это мы разносим. Что-то я мимо как-то махнул. Маханул. Вот так вот. Отлично. Просто отлично. Все, последняя бочка, друзья. Нет, нифига. А как это я так? Немножко промахнулся. Вот, коробка раз, коробка два, коробка три. И иди-ка ты-ка нафиг, жопу податый. Так, то о чем, да? Хорошо. Нифига себе, с первого раза. И у нас здесь хром. Ну что, друзья, пошлите разгружаться тогда. Сейчас вернемся обратно. Сейчас надо, конечно же, будет... А что, я это промахнулся как-то, не понял. Это все мы забираем. Все, сейчас мы вернемся обратно и будем дальше чистить этот кораблик. Зиплан, здорово! Ну-ка, дай-ка мне на тебя прокатиться. О-о-о-о, вот это бомба. Надеюсь, сейчас я с настройками все наладил. Темно пока что у нас. Давайте смотрим, что у нас получается здесь. А, так, тихо, подожди. О, стой, подожди-ка, дай-ка мне сюда. Хром, да? Химикаты и хром. Химикаты нам, по-моему, там не нужны. Нам нужен хром. Давайте тогда сделаем две. Нам нужна медь. Пятихатка. Подождите, стоп. 500? Не так, не надо пятихатки эти сраные слова. 500. 1-1, да, я так понял? 1-1. Надеюсь, что правильно. Надеюсь. Ну-ка, смотрим, получится ли у нас так. Да, друзья, хром у нас есть. Нам пригодится этот хромик. Давайте сюда закидываем. Это на апгрейд третьего тиера нашей палатки. То есть этого хрома нам понадобится, по-моему, 10 штук, если честно.
10 штучек нам в довесах хватит. И нержавеющая сталь. А нержавеющая сталь у нас... Да вы чё? Тут тоже надо химикаты. А химикаты как тогда делаются? Химикаты никак не делаются. Химикаты только... Блин, да ладно. Мне показалось, химикаты мы можем делать. Ну ладно, пускай будет так тогда. Что у нас еще есть здесь? А, латунь, да, нелегированная сталь. Можно лечь спать. Ну, можно проспаться, но мы будем тратить с вами большое время, большое количество, если честно. Чугунный сплав. Здорово, мальчуган. Здорово, рыночный торговец. Давай мы тебе продадим тогда бензин. И бутылку, не знаю, какого-то там алкоголя для алкоголиков, да? То есть, получается, нам нужно оставлять медь. А давайте мы сделаем тогда свинец, сплав свинца. Нам нужен сам свинец и нам нужна медь. А меди у нас вдобавок. Так, пятихатка. Да почему пятихатка-то? 500. 3 минус. По-моему, минус, да, там нужна? Да, там минус нужна. Хорошо, переплавляем, получаем ресурс. Там ресурс получается у нас намного дороже. Это получается 77 долларов. Конечно, титановый сплав намного дороже, но титана, друзья, пока столько у нас нету. Чугун у нас 49 долларов. А кислотостойкая сталь 163 доллара. Детишкин матрешкин. То есть она самая дорогая здесь. Представляете, это что-то с чем-то. Ну и остатки я хотел бы, наверное, все сделать полностью это в нелегированную сталь. Но, друзья, в нелегированную сталь, чтобы сделать, у меня нету столько меди. А меди у нас столько нету. А, так, 1001. 1001 и переплавка. Скорее всего, нам придется все продать по мелочи. Также я хотел бы масло переделать. Вот так вот сделаем масло, да. Давайте вот так вот закинем. У нас получается 25 и 501. 501. Один есть. Не-не-не. На рычаг нам нужно нажать. Где? На рычаг нажимаем и получаем еще и масло. Керосин. Керосин, не масло. Керосин. Господи, что я несу-то? Бах. Переплавляем, получаем еще керосинка. Ну, остатки, наверное, давайте продадим, так как я тут больше ничего... А, хотя, стой, подожди. Стой, подождевый. Я могу сделать закаленную сталь. Она стоит по 70. Это, представляете, 700 за десяток. Мы можем его и сделать. Давайте тогда его и сделаем. Нам нужно что? Нам нужно сделать... Так... получается 2, 1, 1, 2, по 11 штучек мы разделили, 1002, минус, 1002, минус. Все, все остальное можно просто продать, друзья. Продаем 839 долларов, мы здесь получаем. Всасываем вот это все барахло и продаем еще за 2300 долларов. Офигеть! Так, у нас уже рассвет, это бомбезно. Пила нам не нужна, мопка нам не нужна. Резак нам не нужен. А чё мы тратили-то? А мы что, ничего не тратили, что ли? Круто. Тогда садимся на зиплайн и поехали на корабль. Просто летим на всех парах на разборку. На разборку мусора. То есть нам пригоняет корабль. Где я там застрял-то? Нам пригоняет корабль. Мы разбираем на корабле все, что на нем не нужно. Потом... Этот корабль, скорее всего, уплывает и ставится что-то новенькое на него. Ну, как новенькое? Полностью апгрейд делается, да? Из старого... Господи, что я несу-то? Не из старого, а старое мы снимаем. А, во, бензин. Не, бензин мне не столько нужен. А получается, ставят что-то новое. Это все гнилое мы разбираем. Во. Не знаю, кто меня понял, блин, поставьте лайк. Если вы не поняли, все равно ставим лайк. Если честно. А, так, разносим тогда все полностью. У нас осталось совсем чуть-чуть. А мы наверху. Подождите, мы на... А, я напугался, я думал, все, жопа, я не заберу это все, что наверху. Я хочу это все забрать. Мне эти ресурсики пригодятся. Давайте всасываем вот это. Вот это мы всасываем. А, лампочку можно выключить, наверное, уже по идее так светло.
На ролике, надеюсь, все будет видно бомбезно. Хорошо. Опа. И все. И можно это просто-напросто все разобрать. Нам это ничего не надо. Что за левитация, блин? Хорош. Гарри Поттер уже давным-давно закончился. Хватит. В смысле, мы не с одного удара разносим? Вот это промышленный насос очень долго, хоть ты его и бьешь по этим, как сказать-то, этим звездочкам. Нет, как сказать, друзья? По сверкающим этим штучкам. Как же я их называл-то, ё-моё, я забыл уже. Вот. Все равно он не бьется с одного-двух ударов. То есть все равно нужно будет бить намного больше. Открываем гроб, получаем ресурс. Сразу всасываем и все. Следующий. Ага. Тут что-то у нас... А, это алюминий. Мне показалось, это не алюминька, если честно. А надо было, знаете что, поставить просто сюда С4, взорвать все вот эти коробки. Не надо было бы нам их открывать. Мы практически зачистили полностью палубу. Вы представляете? За один ролик зачистить пол корабля. Хотя этот корабль у нас что, средний получается? Так у нас и тот был Харвей средний корабль. Мы как-то, конечно, да, я знаю, неправильно начали запись. Неправильно я начал разборку, даже так я скажу, да. Но все равно авторизуемся. Авторизуемся и разберем все полностью. Все, что здесь есть, все корабли, друзья, я хочу разобрать в ноль. Вот, чтобы было видно, что у нас падает за ресурс этих кораблей. Вот так вот. Немножко, совсем чутка остается тогда. Вот этот столбик разбираем. Опа. И все. И все, друзья. И передняя часть корабля у нас будет уже за один раз разобрана. А сколько у нас тут получается этажей? Первый, второй, третий и капитанская рубка, да, получается? То есть мы это все разберем с вами на изи. Надеюсь. Никак на том. На том очень... Он, как бы так сказать... Да, можно было заехать на машине, да. Там много одинаковых, друзья, было кабинетов. Ой, не кабинетов, а каютов. Да, каюты ведь, по идее, не кабинеты. Вот. Там очень много одинакового всего было. Здесь, надеюсь, такого не будет. Здесь, что прикольно, здесь корабль огромный, очень огромный. Он сам по себе длинный. Надеюсь, тут не так будет, как там. Если однотонно, ну какой интерес однотонно разбирать? Какой... Ёпти марапти, здрасте мордасти, вот тетери-тери, здравствуйте мордастуйте. Блин, это задняя сторона, это задняя сторона пускай будет. Это мы будем задней стороной. Ну что, друзья, получается так, что мы с вами зачистили переднюю часть корабля полностью. Она полностью у нас пустая. Давайте ломоток тогда уберем и посмотрим здесь. А что такое-то? Что-то я медленно стал заходить. Вот у нас получается... Вся передняя часть корабля и с этой стороны, и с той стороны зачищена в ноль. Там задняя часть корабля и остается одна рубка. Ну, точнее, рубка и вот то, что вот здесь остается, вот эти каюты. Но самый интересный вопрос у меня остается таков. Мы сможем ли в этом корабле попасть вниз, внутрь, туда спуститься и там побегать, поразбирать? Это, друзья, вы все узнаете в следующем ролике. На этом я с вами, конечно же, буду прощаться. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки вы найдете в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока.